Девочки, всем доброе утро. У нас на завтрак геркулесовая каша. Стоило мне отвернуться, и она убежала. Правда, она у меня вот здесь варилась. Молоко уже до этого убежало, я вытерла. Поставила на меньший огонь. Приоткрыла крышку, и она все равно убежала. Сейчас покажу. Не снимать? Ладно, не буду. У всех депрессия, блин, видимо. Ну что, девочки, всем привет. Убери лопату. Кто чем занят, девочки? Мы с Федей сейчас будем читать книжку. Федя меня попросил. Я хотела на вечер отмазаться, но на вечер не получилось. В общем, сидим, занимаемся кое-какими делами. Вчера был день тюлень, прямо реально, девочки. Ничего практически не делали. Причем легли очень поздно с Лешей. Позавчера смотрели кино. Ночью, короче говоря, наверное, вот так лучше. Ночью смотрели кино. Я смотрела, но мне стало страшно вместе с Лешей. В общем, в самолете. Ну, тебе каша пила, Куну. Чего? Каша пила. Что? Ты же каша. Каша? Ну, каша. Федь, да, я договорю. Каша. Ладно? Хорошо? В самолете. Змеи перевозили всяких разных, и они вылезли и начали убивать людей. Было очень страшно. Поэтому я не дала Лёше спать, и он вместе со мной смотрел, но закончилось все. Ну, как бы благополучно. За кого я переживала, все остались живы. Единственное, что собачку змея съела. Вот. По четвертому каналу или. Я даже не знаю, какие каналы, девочки, я 100 лет телевизор не смотрела. И вчера такой день был, я сходила в магазин, потом Лёша съездил. А, Лёша, вчера, короче, съездил в итоге за досками для кладовки. Потому что с сегодняшнего дня у нас официально карантин, с 2 апреля. А с понедельника он пойдет работать, им выпишут пропуска, потому что, ну, уже понятно, да, что, короче говоря, Книжка, да. Короче говоря, девчонки, туплю, и вообще жарко, надо окна открыть. Проветриваю, знаете как, вот здесь открываю, настежь, ухожу, ну, все там, потом обратно, там уже долго проветриваю, прям сквозняк устраиваю, в общем, прям сильно-сильно проветриваю, но толку-то никуда, естественно, не ходим. Почему мы ездили на дачу? Потому что у нас не было карантина такого, что вот, ну, нельзя было никуда. Просто сказали, что с понедельника... Скорее всего, будет карантин. То есть у нас как бы не такое... Как там? Волк? Не знаю. Не такое было положение в Иваново, да? Кстати, у нас врач заболел и заразил еще кого-то. Вот, не знаю, что там. Я стараюсь это не смотреть, не слушать. И, в общем... Потому что говорят все разное. Этой информации очень много. В общем, короче говоря, вот такие дела. И, в общем, вчера Лёша съездил за досками, наконец-то. И сейчас он будет делать кладовку. Вот. И я. И ты? Мы же с тобой книжку будем читать. Будем книжку? Ну, давай читать. Девчонки, вообще, вот вчера не снимала? Вчера вообще есть день тюлень, говорю. Сегодня как-то вы чем занимаетесь, расскажите. По идее, я хочу там расхламляться, все такое. Я не знаю, как это делать с ними, им тоже нужно будет везде участвовать, понимаете? А это не всегда тихо, спокойно, это чаще с криками, ссорами, ну, и между будем собой. Будем читать, да, книжку сейчас. Вот, ладно. Короче, буду почитаю книжку, и мы потом с вами поболтаем. Сколько тебе лет? Три. В центр ясень он ходил, да? Будет много? Тебе много будет, конечно, когда-нибудь. Денег ходит. А все не заходят. А читать? Ну, сейчас будем читать. Видя. Поздороваешься? Здравствуйте. Где он там? Не могу, не видно. Ладно, девочки, все, почитаю, потом с вами поболтаю. Болтаю. А мы тут про жука. Жук упал и стать не может. Ждет он, кто ему поможет? Жук, вот бы пожил. Другую книжку хочешь? Я не понимаю, что ты говоришь. Звезды, буква З. Звезды видели мы днем за рекою над Кремлем. Не хочешь книжку читать? Ты ж только меня сам просил долго-долго.
И не лег на ветви ели, иглы за ночь побелели. Буква И. Пошел. Ну давай. Папа начал делать в кладовке. И им уже не нужно. Вот ты. Я первый. Федя сейчас лопаты. Девочки. Говорят, что до 14-го, да? А! Не уроните ничего. Ты будешь со мной читать? Да. Ну давай. Ладно. Мама посидит. Так. На какой букве мы закончили? Здесь? Буква К. Кот ловил мышей и крыс. Кролик лист капустный грыз. Буква К. Кот. Кролик. Капуста. Понял? Буква Л. Лодки по морю плывут. Люди веслами гребут. Смешно? М. Мед в лесу медведь нашел. Мало меду, много пчел. Видишь, сколько пчел? 1, 2, 3, 4, 5. Всего 5? Да. Но мне кажется, их здесь 105. Н. Носорог бодает рогом. Не шутите с носорогом. Ноль. Носорог, видишь, рог у носорога? Ноль. Это не ноль, это буква О. Не ноль. Нет, это буквы, Арсений. А ноль – это цифра. Ноль. Ослик был сегодня зол. Он узнал, что он осел. Смотри, черепаха. Панцирь носит черепаха, прячет голову от страха. Причем, блин, на букву П панцирь. Ну, как-то это достаточно сложно для детей. Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока. И. На букву И, вот твердый знак. Мышки, видишь, нарисованы. Ну что? Ягод нет кислее клюквы. Я на память знаю буквы. Ты на память знаешь буквы? Mm-hmm. Ну-ка расскажи. Не знаешь, потому что не знаю. А потому что не знаешь. Ну чего, будем еще читать или что? Да. Что? Эту книжку? Не другую. Ну, неси другую, будем читать. Вот, девочки. Эти бруски, доски тут, я не знаю, что. Короче говоря, мы сначала выбрали в строительном магазине, у нас получилось на 1450. Потом, значит, позвонили экстренно и сказали, что заказа не будет, потому что, ну, карантин, хотя он с сегодняшнего дня у нас, ну, официально, да, вот так вот. Вот, и я говорю, что делать-то, Лёш, надо искать. Он стал искать в Аксоне. В другом строительном центре у нас. Девочки, вышло на 2 с лишним. Потом, короче говоря, он позвонил. В общем, стал звонить везде, где только можно. И в каком-то маленьком, не знаю, какой магазинчик. В общем, поехал туда и купил. Вот смотрите, они не обработанные. Ну, знаете что, я... Ну, естественно, он у меня спросил. Так, пахнет вкусно, блин, рукалипкое. Но это будет как бы внутренняя часть. С другой стороны, не будет мешать это все дело. Вот эти вот нормальные они... Как сказать, не самого лучшего качества, но, девочки, вышло это все дело на 834 рубля. Ну, как бы, знаете что? Что на 2 с лишним тысячи, что на 834. И плюс там саморезы он еще покупал. Ну, где-то на 1000 рублей в итоге получилось. И вот сейчас он из этого всего будет делать. Тут есть, короче, какие-то получше, какие-то, ну, другого качества, ну, чтобы в целях экономии, да? И все, и он вчера вечером, ой, говорю, ну, да, почти вечером, загрузил это все в машину, привез. И вот вечером, в итоге, там часов в 11, он из машины принес сюда. Поэтому сейчас он будет делать. Вот, кстати, 3-метровые спокойно влезли нам в машину. Понимаете, девочки? Короче, мне так непривычно говорить, нам в машину вообще. Вот, что еще хотела сказать. Ну, вот я говорю, вот эти вот нормальные. Что я тут вам кручу, верчу? Ой, ой, ударилась. В общем, пусть он сейчас будет делать, а я, наверное, знаете что. В общем, суть в том, что вот этот вот ящик, он поедет на дачу. Потом у меня вон там вон вешалка лежит, видите, вот, ну, короче, на коробке. Тоже на дачу поедет. Вообще, по идее, вот тут сейчас мне нужно бы разобраться, посмотреть, что там. Ну, что-то выбросить, да, что-то уже приготовить на дачу. Да, девочки, да, дача у меня резиновая, а кладовка нет. И поэтому, ну, что... Потому что он стеллажи-то вот эти вот будет здесь делать, с этой стороны. Чтобы уж потом здесь не копаться, я думаю, что я вот в этой вот корзине сегодня разберусь. Я так думаю.
Представляете, обои из Брянской области. Это у нас кухня была поклеена. Это раритет, память, они моющиеся. Я думаю, что многие все знают. В общем, я, на самом деле, мне их очень жалко выбрасывать. Возможно, и не буду. Это что тут вообще, совсем чуть-чуть. Обернуть коробки. Не знаю, девочки, сейчас даже думать пока не хочу про это. Сейчас надо сказать, чтобы он все это дело вытащил в комнату. И будем с вами смотреть. Угу. Как ты сейчас со мной поздоровался, сынок? Hello. Как не подхожу, все время hello. Как дела? Горка у нас такая деревянная. Это я в Т-декор заказывала. Да, сынок, я. И лошадки две. Руки вверх. Руки вверх. Как вверх. Руки вверх, штаны наверх. Я научила детей. Руки вверх, штаны наверх. Этот сидит со своим гаджетом, охраняет. Он и тут, и там, короче говоря. Леша уже начал. Смотри, у меня тут карта, куда ехать. Угу. Ту-ту-ту-ту-ту. Ой, застелили кровать. Блин. Мне больно, мама. Не больно, что ты обманываешь? Привет. 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 Федя, принеси Мишу пою. Как сигналить? Привет. Как привет. Злюка ты. Злюка ты, девочки. Чем бы еще заняться? Смотрите, чем бы еще заняться? Ну, я сегодня, наверное, разгребу. А если не сегодня, то завтра. А то завтра нечем будет заняться. Дел, конечно, очень много, но прям ничего не хочется. Чего там у тебя чешется? Чего там у тебя чешется? Девочки, вышла в магазин. Вот две женщины идут там. Одна в маске, другая не в маске. Но я тоже не в маске. С накрашенными губами. Ну а что, блин? Да. Вышла в магазин за порошком. Почти закончился порошок. А мне сегодня надо две минимум стирки постирать. Я в Фаберлик заказала порошок. Мне, кстати, он очень нравится. А какой у меня был для белого, универсальный, очень понравился. Вот белые носки, сильно грязные, да, вот в сад, без сада, если... Нет, он не отстирывает нормально. А вообще, белье все, вот постельное, там, что-то, прямо белый цвет становится. Поэтому мне понравился, чисто для детского, я буду использовать. Вот. И, короче, а что-то еще надо? Забыла, что... Так, что-то еще надо. Хлеб, по-моему. Сейчас Леша позвоню. Забыла, что нужно. На улице хорошо, но я в шапке. Ну, потому что видели, что у меня на голове. А мыться буду. Я еще сегодня полы должна помыть, по идее. Сейчас же Леша там наделает дел. По луже прямо иду. Вот. И надо будет полы помыть. Хорошо на улице. Обидно, что, блин, нельзя на улицу выходить детям. Но я сейчас быстренько порошок возьму, хлеб. Наверное, не знаю, масло. Масло у нас есть. Что-то еще нужно было. Он что-то еще сказал. Вот. Такие дела, девчонки. Ну, прорвемся же, правильно? Я думаю. Я думаю. Вот женщина мне навстречу идет в маске. Молодец. А я без маски. Не надо мне про маску ничего писать, девочки. Не надо. Это личный выбор каждого. Поэтому не пишите. А еще почта у нас должна была работать типа с 3 числа. Ну, наверное, не будет работать. У меня там 4 посылки лежит. Вот. Больше всего Василек я жду. Но, с другой стороны, там я покрывало заказала на диван. А сейчас как бы вот в эти дни оно не нужно совершенно. Все равно уберу, будет лежать. А так прям очень-очень жду. Я давно его хотела. Ну, народ есть, есть машины, тоже ездят. Все, девчонки, пошла. Вон, девочки, вот мое свадебное платье. Дебильный пакет из Фикс Прайс. Он у меня практически сразу же порвался. Я его еще там скотчем заклеивала, потом скотч оторвала. Почему так вот это все лежит, надо будет вам, ну, вам со мной, нам с вами разобраться. Это все намывается. Мальчики уже не знают, чем заняться. Уже в спальне сидят, телефон смотрят. Уже и азбуку, букварь читали. Смотрите. Короче. Вот, Леша достал. Блин, смотрите, пакет рвется, прямо рвется. А здесь вот эти два ящика стояли. Здесь как бы по идее были инструменты. Но когда мы кладовку завалили, постепенно отсюда брали что-то. Ну, по чуть-чуть. И, в общем, они достаточно крепкие, но они как бы нафиг не нужны. Нужно будет какие-то контейнеры или что-то.
Ну, в общем, здесь вот видите, что, да? Это железки тоже Лешины. И здесь вот провода, перчатки. Вот, кстати, перчатки есть. Ау! Все, уже можете выходить. Я просто открывала окно проветривать. Ой, сильно открывала. Ну, вообще незаметно, потому что кладовка открыта, там же батарея у нас. Короче, вот так. Что у нас здесь? Здесь Леша делает. Леша делает. Вот так все выглядит. Что? Ой, чемодан достал. Вот заодно посмотрим, что там в чемодан. В корзине, наверное, в той завтра разберемся. Не знаю. Смотрите, это Федя ходит в разных ботинках. Потом посмотрим. Да, я знаю, сейчас многие напишут, Оксана, выбрасывай все, даже не глядя. Я разберусь сама, выбрасывать или нет. Что? Не знаю, Федь. Девочки, вот я вам говорила, что в Магнит Косметик купила вот такую вот форму для выпечки. Вот так она выглядит. 24 сантиметра диаметр. С антипригарным покрытием. Не знаю. Сейчас будем ее пробовать. Я хочу... Типа ватрушка, блин, не знаю. У меня есть творог, и у меня есть слоеное тесто. Сейчас. Хочу что-нибудь испечь. Не знаю, хватит мне теста или не хватит. Сейчас как раз слышно было, как машина ездит, по громкоговорителю говорят. Ну что, сидите дома, не выходите там туда-сюда. В общем, посмотрим, как она... Без необходимости, короче говоря, не выходить. У меня необходимость была. А здесь я сварила компот. Яблоки это сухие. Они тоненько порезали, они всплыли. В общем, до кипения довела. И сейчас будет настаиваться. Пока как раз мальчики спят нормально. Ну... Нормально все будет. И яблоки помыла, они у меня здесь сохнут. Смотрите, перевернула вот эту штуку, да, которая была. В общем, это Санкт-Петербург делает. И здесь что? Можно в посудомойке мыть деревянной лопаткой. Использовать в духовом шкафу. А подсолнечным маслом немного нужно смазывать. В общем-то, вот такая вот расцветка. Красивая. Красивая же, да? Вот такая. Девчачья. Поэтому сейчас с вами попробуем что-нибудь испечь. Я ее сейчас помою, вытру, и потом будем печь. Пустую ее нельзя разогревать. Девчонки, блин, хочу сама спать, вообще не могу. Девочки, в общем, вот у меня две пачки творога. Одна, если честно, вчера срок годности вышел. А другая пачка завтра. Ну, то есть, это как, знаете, две жирности перемешать. Но я думаю, что ничего страшного. Как мне Леша как-то сказал, что там срок годности ставится с запасом. Ну, посмотрим. В общем, я сюда разбиваю одно яйцо. По идее, я рецепт взяла, короче, из этого, из интернета, из Ютуба. Два яйца. Ну, не знаю, сейчас посмотрю по консистенции, может быть, одно. А одним обойдемся. И сахар. Сахар положу нормально. Да, и сама тоже буду есть. Что же делать? Жизнь такая. Сколько? 2,5 столовые ложки. Я потом для себя-то посчитаю все это дело. А, у меня еще я изюм помыла. Сейчас еще изюм сюда добавлю. Вот так. Он у меня лежал на полотенчике. Высыхал, где яблоки лежат, сохнут. Мне кажется, ничего добавлять не нужно, чтобы жиже-то было вроде бы нормально. Это называется не нашим, не вашим. Прям совсем чуть-чуть, и вот тут вот. Вот так, короче говоря. Ну, пожиже получилось, да, так? В общем, вот, девочки. Раскатала тесто, положила форму. И вы знаете, если бы у меня еще был кусочек теста того, которого не хватает, я бы еще вот так вот на творожок сделала. Поняли, да, полосочки? Ну, а сейчас буду укладывать сюда творожную вот эту массу. Вот, она такая вкусная. Я так люблю, кстати, творог любила.
Прям очень. Ну, я его любила, но редко покупали. А сейчас вот бывают акции на него. Обычно 49 с копейками пачка. А тут вот я за 30 с чем-то брала, не помню, уже говорила вам, забыла. И все в духовку. Она у меня быстро разогревается, я ее даже не разогревала. На 200 градусов поставлю. И буду смотреть. Мне кажется, что вот это вот будет хрустящее. Ну, а что делать? Пусть будет хрустящее. Ну, в общем, как-то так. Девочки, вы это слышали? До конца апреля. Вообще, я в шоке. Не, этого следовало ожидать, конечно. Потому что, ну чего тут, когда сделали до 5 числа, это, ну, несерьезно. Но я думала, хотя бы до 14, до конца апреля. Я щеку прикусила сейчас. Вот сейчас, сию секунду. Пец. Девочки, села покушать. Яичко, икра. Что это? Ну, короче, все, что скинула, буду набирать. Это, что это сказать, везет тем, у кого частные дома, да, все-таки могут хотя бы как-то на улицу выходить. А у нас прямо сейчас вообще ездят все, ну, по громкоговорителю. Все говорят, девочки, я вообще в шоке. У меня мозг вообще перестал работать, перестал думать. И у меня какая-то не апатия, а, знаете, ну, такое состояние, как этот, на самом деле, вот день тюлени, он вообще делал куча бардак дома. Вот, а когда это все делать? Как это все делать? Дышать нечем, хоть бы отопление отключили. Прям вообще. Хотя у нас только вот кладовка, вот здесь вот маленькая батарея, но она прямо чуть теплая. Ну, наверное, еще холодно, да? Девчонки, что делать-то будем? Завтра будет прямой эфир у нас? Хотите прямой эфир? Или все спать будут? Вообще, я сама спать хочу. Сейчас поем и пойду спать. Пипец. Ладно, девочки, у меня тут остывает. Потрогала. Ой. Леша вот просто сейчас телевизор смотрит, и я услышала, что до 30 апреля. Кошмар. Ну, прорвемся, девчонки, прорвемся. Девочки, а вот я сейчас поела и думала. Вернее, ела и думала. А вот что делать тем, у кого малый бизнес? Получается, им нужно сохранить зарплату работникам своим, да? Плюс аренду платить. С чего? Вообще, что-то я не понимаю. У кого малый бизнес, девочки? Малый, средний, я не знаю, как это вообще называется. Напишите, потому что вот я сейчас задалась вопросом таким и не понимаю, как это вообще будет происходить. Конечно, это не мое дело, но я из-за людей как-то вот, ну, просто переживаю чисто по-человечески. Вообще. Даже если отсрочить аренду там на несколько месяцев, то потом-то какая сумма нужна, какую сумму выплатить? Да, Арсений вон уже проснулся, Федя еще спит. Пирог мой почти готов. Сейчас мы с вами его посмотрим. Но доставать я его не буду, пусть он остынет, потому что готов. Я поставила на 42 минуты, в общем, промахнулась со временем, но правильно сделала. 42 минуты, 42 минуты разогревалась она там, 40 минут, короче, он пекся. Вот, пахнет на всю квартиру безумно вкусно. Вы представляете, творожком, да? Я вас держу рукой в руке. В общем, да, сейчас вообще такое состояние, девочки. Напишите вот по поводу бизнеса, мне очень интересно. И, кстати, слышали, в Москве родился ребенок уже за коронавирусом. Не хотела произносить это слово. Вообще, что происходит? Ладно, давайте посмотрим пирог. В общем, вот такой он получился. Выглядит очень аппетитно. Вы видите, темнее. На самом деле, мне, наверное, нужно было его повернуть. Я думала причем об этом, чтобы его взять и повернуть. Но пока я тут с этими новостями слушала, в общем, я забыла, если честно. Так, ну, я думаю, что он отходить будет. Смотрите, такой мягенький. Ну, как он, застынет? Жалко, не хочу я его сейчас пока вытаскивать. Пусть он остынет полностью. Или вынуть. Давайте выну, положу на тарелку. Девочки, спокойно взяла его и вынула. Вот лопаткой подцепила и вынула. Смотрите, форма вот.
Все нормально с ней. Могу спокойно рекомендовать вам ее. Ай, горячая еще. А единственное, что она 499 рублей в магнит этом, господи, косметик. И, соответственно, я ее брала за 299, на посуду была скидка 40%. Очень хорошая форма и диаметр хороший. Ну, она прям как сковородка, 24 сантиметра. Но она такая достаточно тоненькая, слышите? Вот. И пирог. Ну, вот это, наверное, сухое. Да? Он, видите, немножко опустился. То есть, вот сначала поднялся, а потом опустился. Ну, что, давайте немножко с вами отрежем, посмотрим. Я просто одной рукой телефон держу. Так. Так. Все ради вас сделала. Одной рукой только испортила, если честно. Ну, потому что я кусок маленький, не дорезала до середины. Ну, главное, чтобы вы понимали. Девчонки, думаю, что очень вкусно. Смотрите, там тесто совсем чуть-чуть. В основном творожок. Раз две пачки творога, и вот думаю, что вообще достаточно будет. Короче говоря, в следующий раз... А, я сейчас буду монтировать видео, и потом уже как раз попробую и подпишу вам, вкусно было или невкусно. Все, на этом я буду сегодня с вами прощаться. Сил нам, девочки, терпения и крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Все, девчонки, всем пока!